Мы в городе Тринкомали. Пришли за фортом. Здесь есть индуистский храм. Очень интересный. И при входе вот сразу такой обрыв. И зрелище вот такое. Вот такая высота. Ну, и непосредственно идем к храмику. Ух, как классно! На самой горе, на краю мыса. Вот величина в сравнении с Леной. Эти фигурки, человеческий рост. Рядышком сам храмик. Двери такие резные. Классно. Так, теперь пойдем вокруг, обойдем. Должно быть красиво. Еще корова вот наверху. Какой выход. Есть такая фигурка под камнем. Валуны. Ох, как красиво. Класс. И бескрайний океан. Высота здесь хорошая. Ну как тебе? Вообще красиво, сколько красивых мелочей. Оп.
Ух ты. Здесь тоже фигуры сделаны разные. Да, достойный храмище. Ух-ух-ух. Идем дальше. Вот тут в пещерке тоже статуи разнообразные. И выход такой. Вот, ворота закрыты. Но тоже есть спуск. Закрыта дверь на замок почему-то. На пальцах олень. Красиво. Знатный храмец. Hello. Okay, okay, okay. Там колесницы у них. Когда праздник, они их выкатывают. Вот такое вот храмище.